І панове, дозвольте мені привітати вас на древній Переяславській землі, звідки в 10 столітті почалася історія української держави. Сьогодні ви знаходитеся в самому древньому місці України. Ви, багато з вас вчора відвідали місто Київ, завтра відвідаєте стародавній Чернігів. Це ті міста, де формувалася українська народність і де формувалася українська держава. В 10-й раз ми зібралися з вами тут, в цьому залі, щоб обговорити умови економічного росту в країнах з ринковою економікою. 10 років тому, якраз коли ми знаходилися у Мінську, на науково-дослідному інституті економіки, Міністерства економіки, тут є люди, які працювали тривалий час у цьому інституті. Пан Войцех Касідовський, з яким ми теж там познайомилися, він сказав: «Тетяна Максимівна, а чому б вас не запросити нас в Україну і не провести таку конференцію в Україні?» Цю Володимир Васильович, прошу, сюди пройдіть. 10 років – це багато і це мало з однієї сторони. Але за 10 років було в цій залі висловлено багато цікавих ідей, думок. Багато ідей і думок, які були висловлені, вони були передані нашому керівництву держави при розробці довгострокових планів соціально-економічного розвитку української держави, концепції структурних реформ 2014-2020 років. І за 10 років всі ми стали дружньою науковою сім'єю, науковим співтовариством. Ми разом зустрічаємося у Торуні і Мінську, Вітебську і Даугавпілсі. Кожному із нас приємно зустрічати один одного, приємно приймати один одного. Взагалі наукові ідеї, цілі, дослідження нас об'єднують. Дозволено в конференції не віртуально і не заочно, а представлені на конференції 92 учасники. Ми щиро вдячні всім вам, хто прибув до нас у місто Переяслав. Я бажаю від імені оргкомітету, фінансового факультету, всім вам і нам активної участі в конференції, сміливих ідей, гарних виступів, маси дискусійних і цікавих виступів, наукових пропозицій. Всім бажаю здоров'я міцного, добра, щастя, удачі. І хай Бог кожного з нас благословляє. Дякуємо вам щиро. Слово для привітання надається доктору економіки, професору Софійського університету Мірко Хітову. Будь ласка. Дорогі учасники конференції, от я представляю Болгарський економічний університет. Це найбільший і авторитетний університет нашої країни. І один із авторитетніших в Восточній Європі і в Європі. Вот, хотел бы зачитать вам поздравительный адрес от руководства нашего университета. Итак, организатором 10-й международной научно-практической конференции «Условия экономического роста в странах с рыночной экономикой». Уважаемые коллеги, Татьяна Максимовна, поздравляем вас со столь значимым юбилеем. Очередное 10-е проведение международной конференции «Условия экономического роста в странах с рыночной экономикой». Желаем вам плодотворной работы в настоящем и будущих подобных мероприятиях, сохранения теперешних и развития новых актуальных тем для дискуссий, все более широкий круг участников из разных стран мира, новое научное товарищество и расширение круга межличностного общения и руководство подписей. Спасибо большое.
запрошую. Ще хто бажає? Слово надається кандидату Віктору Петровичу. Шановні друзі, шановні колеги, дуже приємно бачити вас в стінах нашої альма-матері. Хочеться побажати плідної, конструктивної наукової дискусії, яка б допомогла розв'язати нагальні проблеми розвитку, економічного розвитку забезпечуючого століття. Місія моя як ректора після такої потужної доповіді полягає в тому, щоб зробити невеличку паузу для осмислення ідей, які висловлені доповідачем, і цю паузу використати для того, щоб нагородити учасників наших ювілейної 10-ї конференції, тому що науковці потребують не лише матеріальних, але і моральних стимулів, і насамперед іноді навіть моральні стимули вище стоять, ніж якісь матеріальні винагороди. Тому дозвольте виконати цю приємну місію, подякувати вам за багаторічну плідну співпрацю з нашим вузом, з економічним факультетом, і побажати вам нової творчості, нових успіхів на ґрунті економічної науки. Дякую. Орденом за розбудову України, вкладу розбудову України, нагороджується доктор економічних наук, професор Войцех Васильовський. Орденом за розбудову України нагороджується доктор економічних наук Мітко Хітов. Орденом за розбудову України нагороджується доктор географічних наук, завідувач кафедри Литовського екологічного університету Саулюс Танатіс. Орденом за розбудову України нагороджується Тетеринець Тетяна Анатоліївна. Єві Панцер Цибульський. Олені Миколаївні. Гордей Оксані Дмитрівні. Аранці Ігнася Шульц. Зараз хвилиночку, вибачте, щось. Коли спішиш, іноді людей смішиш, так? Олешик Цибульський. Олешик Цибульський. Ріпа Сергій Петрович. Квараць. And the last one, please. It's some conclusions. You can see two columns with main direct and indirect impact of CETA for companies or for citizens. And the last conclusion, it could be discussed. I hope you couldn't be agree, or you can have another point of view of the this agreement,
the scale of benefits for individuals will be smaller than for companies. But we can say that all the citizens working for firms and companies, taking part in the international trade, and also the citizens working in other companies, public services, or freelancer workers, everybody can reach some benefits from CETA. Thank you very much for your attention. Thank you for you. Какие вопросы, госпожа Ева, и русский язык? Да, я понимаю, отвечать на русском тоже. Пожалуйста. Если есть вопрос. Yes, I have one question to you. In your presentation, you have the list of effects and benefits of CETA. Could you tell, please, the main expected positive results of CETA on the development of Poland as a European Union member? As you remember, I show you the differentiation of EU as a biggest economy in the world, and Canada. If we talk about trade partner, Poland is one of the important partner in Canada, but taking into account the population, the Canada is less, is smaller than Poland. If we talk about benefits, we should take into account, first of all, possibility to move, to change the work, to make the qualification higher, to establish your own firm abroad, for example, in Canada, but also in USA, because it one of these cons against this CETA agreement, that the CETA can be stated as a backdoor to European country market from USA without signing the TTIP. You know, there is a TTIP, is Trans-Atlantic Agreement between European Union and USA. This process is stopped without signing this, but because economy of Canada have many links with USA economy, it can be possible to enter European and also USA market without TTIP sign. Thank you for you. Какие еще будут вопросы? First of all, many thanks to you. And could you clarify the negative consequences of the CETA impact on economic growth? Or you suggest that CETA is a win-win strategy for European Union and Canada? Thanks. Mm-hmm. What is cons? Exactly, I first of all underline pro, because in my opinion is a good agreement. It taking into account the agreement signed previous, like Vietnam, South Korea, it was nothing but for economy. So the scale of this agreement, it's not danger for European Union. And what is worse in
GMO and standard of production, standard connecting with safety and safeness of production GMO and is not allowed in European Union, but can be exist in USA and Canada. So it's danger, it can be danger for the people in Europe. What else? I think the system of arbitrage is a system of resolving the problem between conglomeration and state. The CETA proposed, it's danger, it seems be danger for many people. They have afraid that the companies can't go to judge with the state because of economic problems. But there is a new solution in CETA, and this problem is resolved. It couldn't be danger, in my opinion. Thank you. Какие еще будут вопросы? Пожалуйста. Thank you for your comments. And I have a question. What do you think about, is there influence CETA agreement on promotion in the world market of national brand of Poland? Thank you. What is, I think the Polish brands are not so world known as Canadian at present. So we should try to strengthen our position in this territorial market. And there are some measures in CETA. Thanks that measure, it will be not allowed to copy this national brand and logo, and I think it's a good point of this agreement. Включите микрофон, пожалуйста, Оксане Викторовне. Thank you very much for the full information about CETA. I have a short question. What do you think about benefits and disadvantages for big and small business of this agreement? Because we have a lot of critics this agreement too. In my opinion, based on the analyze prepared by expert and researchers from European Union and other economic organizing, all categories of firms will influence the impact of CETA. The positive effects will be for many, first of all, it will be companies, and this effect will be connected with scale of production effect. The second group of firms will touch with negative effect. It's first of all the natural monopolist group, and the biggest group of small and medium enterprises, the majority, will be touched with neutral. So if we take into account the
workers working for this company, it we can describe the same process of influence, and so the positive effect it will be for people's moving and changing your place of job or create a new job. This positive market effect, it will be driving by bigger competition and market diversification. Thank you for your statement. Thank you. Thank you very much. So. Слово предоставляется Митко Хитову, доктору экономики, Университет национальной и мировой экономики, город София, Болгария. Тема доклада «ЕС и Европа в контексте глобальных экономических проблем. Анализ и прогноз». Следующий будет выступать Екатеринец, потом Георгий Сипа. Дорогие коллеги, уважаемые организаторы этой юбилейной конференции, прежде всего, еще раз хотел бы поблагодарить вам, организаторам, и лично Татьяне Максимовне за врученные награды. Эти награды воспринимаем не как не только как личное признание, но и как признание институтов, которые я представляю. Это Болгарский экономический университет, как отметил, самый большой, самый авторитетный в Болгарии и один из достаточно популярных в Восточной Европе. И с этого момента, надеюсь, наш болгарский флаг будет всегда присутствовать вместе с другими. Есть, да, прекрасно. Все-таки я вас позволю себе еще раз. Спасибо вам. Спасибо большое. Там есть болгарский, там все эти страны представлены. Замечательно. Что-то неудобно поставлено, наверное. Да. Значит, коллеги, мой доклад на теме «Европейский Союз и Европа в контексте глобальных экономических проблем. Анализ и прогноз». Большой европейский континент, который все еще задает направление цивилизационного развития всего мира, находится в серьезном кризисе, распространяющийся в нескольких направлениях – экономическом, демографическом. Вот сегодня наши прибалтийские друзья об этом много говорили. Социокультурном, межрегиональном. На территории Европы уже 6 десятилетий строится проект Европейского Союза, в рамках которого страны, постепенно включающиеся в американскую систему разделения труда, находили свое естественное место в рамках нового геополитического расклада по итогам Второй мировой войны. Напоминаем, что несмотря на колоссальные жертвы во времена Второй мировой войны, благодаря последней закончилась Великая депрессия, возникшая из-за достижения пределов развития в рамках того мирового порядка, сложившегося в конце XIX века, и был осуществлен очередной виток глобализации настоящего модели развития, обеспечившего современному человечеству более 5 десятилетий бурного экономического роста. Правда, и в этот период в западном мире были серьезные экономические кризисы. Вспомним стагфляционное десятилетие 70-х годов 20 века, но после привлечения Китая в свою технологическую зону и последующей победе в холодной войне, англосаксонское видение устройства мира приобрело глобальные масштабы. После современного кризиса, стартовавшего в 2008 году, все начали замечать, что проект Европейского Союза включает государства, которые слишком уж отличаются друг от друга. С одной стороны, это северные страны вокруг Германии, а с другой – южные периферийные страны, а после окончания Холодной войны и некоторые государства Восточной Европы, у которых структура экономики коренным образом отличается от ядра
Союза. Если, например, Германия первая пошла по пути инвестиционного взаимодействия с США, которая на тот момент являлась государством гегемоном в плане достигнутого уровня экономического развития, это середина 20 века, что в глазах европейских соседей Германии превратило ее в развитое государство, но мы не должны забывать, что и до сих пор уровень жизни германцев примерно на 75% от того же показателя для США. Не случайно в последние 5 лет более 60% германского медицинского персонала эмигрировало в Америку в поисках лучшего материального благополучия. То другие страны Старого континента включились в процесс значительно позже, что, соответственно, дало им намного меньший кусок общего пирога экономического процветания. Есть, конечно, и другие факторы и предпосылки для успеха определенных стран. Примерно плотность населения в Болгарии в 8 раз ниже, чем в Нидерландах. Это означает, что любые общественные расходы у нас в Болгарии по презумпции в разы дороже, чем у голландцев. Например, строительство и поддержка дорог. Вот сегодня утром, когда мы приезжали к вашему университету, мы проехали по такую дорогу, там ремонт был. Практически все, что мы делаем как общественные расходы, нам на одного человека стоит в разы дороже, чем у тех же самых голландцев. Так, наше разбросанное население требует намного больше административного и полицейского аппарата, сеть больничных и образовательных заведений и так далее. Ситуация еще хуже, если сравнить с Болгарией, для Украины, у которой, например, демографический кризис едва предстоит. Не говорим уже о ее восточном соседе, чьи просторы практически бескрайны с редким людским присутствием, исключая некоторые большие городские агломерации. Модель экономического развития Европейского Союза показала свои плоды с началом глобального экономического кризиса 2008 года. Если до этого все проблемы заливались деньгами, то в последние годы пришлось эти вливания многократно увеличить. За последнее время почти все страны континентальной Европы резко увеличили свои долги. Этот процесс связан с тем, что уровень жизни должен быть поддержан на прежнем, привычном для европейцев уровне, а средства для этого просто нет. В еврозоне проблема усугубляется тем, что уровень разделения труда и, соответственно, эффективность функционирования экономики различны для отдельных стран, что в долгосрочном периоде приводит к нарастанию структурной диспропорции между богатым севером и бедным югом. Именно таким образцом являются Греция, Испания, Португалия, Италия и так далее, накопивших свои суверенные долги, которые, очевидно, нельзя вернуть, несмотря на все попытки это сделать. Еще в начале 20 века, коллеги, Роза Люксембург научно доказала, что современная экономическая система требует беспрерывного расширения, чтобы существовать и развиваться. Такое расширение еще было возможно до распада советской технологической зоны. Но после того, как и эти рынки были освоены или почти освоены, то система дошла до того тупика, который для нее был характерен к концу 20-х годов 20 века. Этап с усвоением, в кавычках, Украины Европейским Союзом легко можно понять в ключе именно этих процессов. Страна является перспективным рынком сбыта для транснациональных корпораций, которые задыхаются от недостатка спроса своих товаров, а в то же время Украина хороший резерв дешевой рабочей силы для стран, которые уже прошли ее путь. Такие как
прибалтийские страны, Польша, Словакия, Греция или Болгария, например. В условиях относительного процветания до середины нулевых годов богатые страны Европейского Союза имели выгоду инвестировать в развитие периферийных регионов Союза, так как вложенные деньги возвращались в виде потребления на счетах транснациональных корпораций. Сегодня, когда денег становится все меньше, уже активно стали пропагандироваться идеи движения стран на двух скоростях. Пока руководители нашего Союза не очень ясно выражают свои мысли по этому поводу, но у общественности периферийных государств складывается впечатление, что их страны будут, в кавычках, брошены на произвол судьбы. После того, как местные индустрии и перспективы для местного населения были полностью разрушены во имя будущей европейской интеграции. В таких условиях перспективы перед Союзом, который рождался как элемент нового глобального миропорядка по итогам Второй мировой войны, становятся все менее радужными, особенно после не очень удачного проекта присоединить в свою орбиту арабских стран через череду революций с кодовым названием «Арабская весна». Тот самый проект, в рамках которого родился европейский фундаментальный ислам. И переориентировать стратегический курс развития некоторых постсоветских республик, напрямую вмешиваясь в их попытки найти свое новое место в глобальном мире после распада советской системы разделения труда, инициированной, кстати, собственным ее руководством. Брекзит и восход некоторых континентальных политических сил в Европе демонстрируют ту ясную тенденцию деглобализации, о которой говорим уже много лет, и которая всегда проявлялась в условиях тяжелых экономических кризисов. Напомним, что до начала Второй мировой войны практически вся Европа, за одним или двумя исключениями, управлялась авторитарными режимами, которые намного лучше демократических, знают, как справляться с народным недовольством в условиях резко сокращающегося уровня жизни в соответствующих странах. Спасибо за внимание, коллеги. Большое спасибо вам, господин Митхохитов. Какие вопросы будут к господину Митхохитову? Светлана Алексеевна, пожалуйста. Спасибо большое за очень интересный доклад. У меня такой вопрос. Какие вы прогнозы делаете по поводу Греции, долга Греции, которую, в принципе, проблема должна возникнуть летом этого года? И как это может повлиять на Европейский Союз? Ну вот, Греция – это тот пример, который ясно обрисовали и наши прибалтийские коллеги, друзья. Греция, как вы знаете, отказалась от свою валюту национальную и перешла на евро. А что это означает? Как мы уже отметили, в рамках Евросоюза разные государства, разные страны, регионы имеют разную эффективность функционирования своих экономик. Бедные страны, так называемый средиземноморский пояс, когда были кризисы, они девальвировали свою национальную валюту. Таким образом, они стимулировали, поддерживали местного производства, и оно таким образом выходило из очередного циклического кризиса. Вот. После того, как они отказались от своей национальной валюты, единственный способ сглаживать эти циклические спады, это было через нарастание долгов. В нулевых годов, когда это не представляло проблемой, когда все время ставки рефинансирования падали, было легко покрывать старые долги за счет забирания новых долгов, брать новых долгов по более низкой ставке. Даже это было и выгодно. Вот. После того, как
Ставки на глобальных рынках достигли нулевого уровня, а это был уже 2008 год. Вдруг оказалось, что у греков нельзя больше брать новых долгов, потому что они уже более дорогие были. Соответственно, нарастал общий долг суверенного государства. Так что вот Греция – это типичный пример того модели развития, который был предоставлен для периферийных стран. Что будет дальше? Ну, мы видим уже, там уже несколько раз прошли волны внутренней девальвации, так называемой. Что это означает? Когда государство не имеет свою валюту, оно не может девальвировать ее, то есть идет процесс резкого обнищания населения. Если есть безработица, то не принимаются никакие меры, чтобы она решилась. То есть таким образом население заставляется принимать более низкие уровни доходов. Таким образом уже экономика потихонечку начинает восстанавливаться. Типичный в этом плане пример – это Испания. Там тоже огромная безработица, около 25% общая, а среди молодого населения около 50%. Вот, снижаются зарплаты, и население, оно вынуждено уже принимать новые условия. Соответственно, рынок труда дешевле, для предпринимателей, для инвестора становится более выгодно работать именно в эту страну. И, соответственно, она потихонечку выходит из кризиса. Конечно, за счет других странах, сопоставимых, в данном случае с Испанией, это Франция. Так как мы не забываем, что в условиях продолжающегося глобального спада, кризиса, совокупный спрос, он не увеличивается, он стагнирует. То есть на некоторое время получается вот некоторое просветление у некоторых стран, в случае Испании, за счет других стран. Не случайно на выборах, которые прошли буквально 3 дня назад во Франции, победили несистемные кандидаты. Там народ, население отчаянное, скажем так, от той политики, которая ведется, и они, французы, ищут вариант выхода из этой ситуации, выбирая вот таких несистемных кандидатов. Спасибо, господин Митко. Пожалуйста, прошу. Вас. Болгария стала членом Европейского Союза в 2007 году. И с тех пор она начала наращивать свой государственный долг, который по итогам 2016 года составил 29,5%. Конечно, до Украины еще очень далеко, я понимаю, но вот это наращивание долга, оно, видимо, все-таки представляет серьезную угрозу для экономики Болгарии. Вопрос же мой состоит в следующем. В 2016 году впервые достигнут Болгарии бездефицитный бюджет. То есть бюджет сведен с сальдо 0.0. Это впервые. По статистике видно, что это было достигнуто в основном за счет сокращения расходов государственного бюджета. Назовите, пожалуйста, другие факторы, которые позволили достичь бездефицитности бюджета. Спасибо. Ну вот, конечно, все эти данные, которые вы привели, они реальны. В отличие единственно от тех данных, которые вы отметили по поводу бюджета, он не бездефицитный, там минус 2%, но это не принципиально. Я сейчас расскажу о каких... Это данные Евростата, опубликованы вот буквально несколько дней назад. Это данные Евростата. Мы потом, да, еще поговорим по этому поводу, объясним, о чем речь идет. Вот у нас в Болгарии такая же проблема, как
проблема Прибалтики, проблема Греции. У нас фиксированный курс национальной валюты, валютный совет. С 1997 года у нас валютный совет. То есть каждый год национальная валюта становится сильнее, соответственно, национальные производители все менее конкурентоспособны. Таким образом, экономика практически не может работать, нет достаточно поступлений фискальных, и вот за счет этих самых новых долгов мы стараемся закрывать дефициты, которые у нас возникают. Вот я считаю, что все-таки путь в нашей ситуации выйти из этого валютного совета, потому что он на данного момента заставляет нас развивать только низкотехнологические производства. Вы знаете, что Болгария славилась всегда своего туризма. Сегодня у нас специфический туризм развивается, в основном это такой молодежный, который включает алкогольный и секс-туризм. Все остальное уже невыгодно даже для болгарских туроператоров. И кроме этого, мы уже являемся одним из самых больших экспортеров зерна. Таким образом, мы специализируемся как монокультурная страна, которая развивает низкотехнологические производства. И в этом смысле вы, Украина, сейчас на данный момент, несмотря на все свои трудности, имеете уникальный шанс после девальвации попробовать привлечь каким-то образом те инвесторы, которые сейчас убегают из Китая. Знаете, что Китай становится уже достаточно дорогим для иностранных инвесторов, и те, которые уже решили его покинуть, выбирают либо Индокитай, либо Индия, либо одну из стран Восточной Европы. Вы, как страна со стратегическим положением в центре Европы, я знаю, что в Полтаве находится географический центр Европы, на запад у вас богатый 500-миллионный рынок, на восток нефтяная держава, государство, у вас есть возможность принимать вот этих иностранных инвесторов, соответственно, им это выгодно, здесь дешевая рабочая сила, я смотрел здесь на цены. Те, которые получают свои доходы в евро, в долларах, для них здесь потребительский рай. Все очень дешево, все замечательно, рабочая сила тоже. Вот не зря уже вы видите тенденции, что несколько миллионов украинцев уже работают в Польше, в Болгарии тоже. Мы надеемся привлечь больше украинцев как рабочая сила. Так что почему их не использовать на месте, вместо того, чтобы они на арабских условиях приезжали к нам? Это должна быть государственная политика, хорошо нужно об этом подумать, и превратиться в новый европейский Китай, может быть, вроде такого. Дякую. Спасибо. Пожалуйста, господин Войцех. Включите Войцеху. Я хочу защитить болгарскую коллегу. Болгарская экономика испытывает много трудностей, но как раз среди них нет публичных финансов. Публичные финансы как раз в порядке, очень хорошие. Долг 28% – это никакая проблема. Норматив по Евросоюзу – это 60%. Греция имеет там 180%. Кстати, проблема Греции образована самим то Евросоюзом, который в Мастрихтском трактате принял норматив 60% от ВВП, это верхняя граница госдолга. Но и Греция, и Италия, и Испания, и Кипр с самого начала входа в зону евро значительно эту границу превышали, значительно.
и до сих пор это и делается. Значит, они вообще не должны быть членами еврозоны, если бы соблюдать Маастрихтский договор. Почему это такая ставость? Потому что еврозона – это прежде всего политический проект, не экономический, не столько экономический, сколько политический. От некоторых государств требуется очень категоричное исполнение точно всех критериев, а других ничего не требуется. С самого начала так было, и поэтому так и такое положение. Но как раз в Болгарии эти финансы в хорошем состоянии. Спасибо. Нет, просто я только добавлю, что я абсолютно согласен с числами, с показателями, которые вы предоставили по поводу динамики увеличения нашего долга. Факт, что он очень быстро увеличивается, что буквально вот год назад опять была увеличена планка максимального долга. И это огромная большая проблема. Но опять-таки это все связано по-нашему с тем, что мы не в рамках валютного совета не имеем достаточное налоговое поступление от производственной деятельности. У нас лишнее население в огромное количество. У нас тоже треть населения невостребованная. У нас демографическая катастрофа, демографическая пустыня. Все, что вот коллеги рассказывали о том, что есть города, в которых нет молодых людей, это абсолютно валидно и для Болгарии. Вот как университетский преподаватель я могу сказать, что если человек, вот молодой человек закончит свой университет, абитуриент, он сразу ориентируется в западных университетах, это примерно 60% из абитуриентов, они сразу покидают страну, 20-летние, 19-летние, а из тех, которые у нас заканчивают университет, тоже около 70% покидают страну. То есть вот государство, как и господин Владимир из Латвии рассказывал, государство инвестирует огромные деньги, миллионы, миллиарды, и в конце концов те же самые молодые люди уже работают на другие экономики. То есть можно сказать, что мы в рамках мировой системы разделения труда специализируемся на подготовку бесплатных квалифицированных людей для экономик развитого мира. Мы этого, в принципе, не против делать, но все-таки надо передумать какие-то механизмы перераспределения налоговых поступлений. Как, скажем, у вас в Украине, конечно, не все регионы развиваются одинаковыми темпами. Может быть, есть, скажем, Полтавская область или еще какие-то области, которые более депрессивны, чем киевские. Если, скажем, ваши абсолвенты в Полтаве или там еще где-то в Николаеве заканчивают университет и переезжают работать в Киеве, то потом из Киева через центрального бюджета возвращаются деньги в Николаеве и в других депрессивных регионах, чтобы развивались вот эти все депрессивные регионы. Вот только об этом мы и настаиваем. Мы готовы дальше поставлять бесплатную рабочую силу, лишь бы каким-то образом она к нам возвращала часть доходов. Спасибо, пожалуйста. Питер, у вас квалифицированный, обстоятельный доклад, очень хороший доклад, спасибо, солидный доклад. У меня вопрос вот в этом отношении, у вас это раз Европейский Союз, да? Вот в отличие от стран Южной Европы, страны Северной Европы быстрее вышли из мирового финансового кризиса. Ну и кроме того, вот какие факторы вот сейчас ныне определяют эффективность экономик стран Северной Европы? Финляндии, Норвегии, Швеции, Бельгии, Дании, Нидерландов. Какие факторы способствуют лучшему
более эффективную экономику. Ну вот смотрите, вы из Казахстана, да, уважаемый профессор. Практически экономика Норвегии такая же, как и казахстанская. Там мало населения живет, и они рассчитывают на нефтяные доходы. Как только нефтяные доходы упали, соответственно, благополучие в этих странах, я думаю, и у вас также, снизилось резко. Пока вы еще выигрываете за счет того, что у вас мало населения, но вот восточный сосед Украины, он почувствовал этот кризис намного тяжелее, чем ваши страны. По поводу Финляндии, понятно, что вот в вере интернета, когда уже бумажная промышленность стала на месте, практически Финляндия потеряла свои позиции на мировых рынках. Кроме этого, вы знаете, что там Nokia активно работала, 65%, то есть прирост ВВП Финляндии был за счет Nokia. Как только Nokia потеряла позиции, соответственно, Финляндия тоже остановилась. А по поводу Болгарии и болгарской экономики я вам сказал, она уже практически, экономика уже не существует. Если... Я говорю о сравнительной, по сравнению со странами Южной Европы и стран Северной Европы, намного эффективнее действует и быстрее выходит из кризиса. Ну, вы знаете, вот мы получили такое стечение обстоятельства, 7-й год перед год вступления в Евросоюза, мы привлекли огромное количество иностранных инвестиций, в основном это страны бывшего Советского Союза и англичан, которые очень много инвестировали в недвижимость. Таким образом, у нас увеличился резко приток иностранных инвестиций. От этого мы выиграли, и вот как коллега сообщил, у нас до кризиса были практически почти нулевые внешние задолженности. Сейчас, буквально за несколько лет, эти задолженности повысились на, до 30%, и этот процесс эскалирует еще. То есть нельзя сказать, что у нас все благополучно. Скорее всего, у нас ситуация как на кладбище. Все спокойно, все тихо, никто не двигается. Население и бизнес держат свои деньги в банках, потому что негде инвестировать прибыльно. И, соответственно, от этого мы, конечно, ожидаем, что все равно в какой-то момент этот пузырь лопнет, потому что банки... Они созданы именно, чтобы инвестировать в бизнесе. А если нет требований на кредиты, то тогда их роль практически идет к нулю. Спасибо вам большое, Виктор Китов. Слово предоставляется Катерине Статьяне Анатольевне, кандидату экономических наук, доценту кафедры экономики и организации.